И вновь об опасности, которую представляет сжигание сухой травы. Сегодня в ходе командно-штабных учений стало известно, что в деревне Русские Алгаши из-за пала травы сгорели 4 жилых дома и сарай. К счастью, никто не пострадал. В режиме видеоконференц-связи глава республики обсудил ситуацию с руководством Шумилинского района и распорядился срочно оказать помощь погорельцам. Кроме того, Олег Николаев поручил рассмотреть вопрос об ужесточении ответственности за пал травы. Насколько, значит, последствия от пала травы будут тяжкие, соответственно, и ответственность должна быть дифференцирована. То есть, если это просто выехала группа пожаротушения, это одна история. Если мы объекты природного характера, то есть лес или иные объекты утратим, это другая история. Но когда жилье и тем более жизни людей, это, конечно же, третья история.